Будешь потом опять пранки снимать над ребятами про картонные сосиски? Может быть, а может быть. Лучший подарок – это пакет. Кишель, хочешь поменьше? Я тебе рыбку, а ты мне мушку. Нет, ушки. Смотрите, тут вопросительный знак. А еще корона. Ой. Простите. Ой. Извините еще раз. Типа этого бургера. Софиш, он несъедобный. А, да? Да, хочу себе такую розовую шапочку. Дай сюда. С днем рождения, Дина! Привет, ты на канале Magic Pets. Я Эйвен. А я Миша. Лайк. А я покемон Юмичу. А я Софи. Приветик. А я киса Алиса. И между прочим, сегодня у нашей Софи день рождения. Ей исполняется 7 лет. Так что скорее подписывайся вот там внизу на канал. Ставь скорее лайк в честь дня рождения Софи. И пиши поздравительный комментарий. Видите, они вот здесь везде появляются. Тебе не трудно, а Софише будет приятно. Так, а теперь я должна сказать ребятам то, о чем мы договаривались. Погоди, тетя Софи, дай хотя бы тебя поздравить. Ой, я так стесняюсь этого всегда. Тетя Софи. Ладно, ладно. Дорогая тетя Софи, поздравляю я тебя. И хоть ты ко мне была строга, я тебя люблю всегда. Спасибо, Юмичу. Все. Поздравляю я тебя! Вот, сама сочинила. Да, Софиша, мы тоже с Эйвоном тебя поздравляем и желаем тебе оставаться всегда такой же умной. Спасибо, ребята. Молодец, Юмичу, хороший стишок. Мам, ну все, не позволь. Горжусь дочей. Да, сестренка, с днем твоего рождения, семилетием. Спасибо, ребятам, большое. А теперь я скажу то, о чем мы договорились. Здорово, Софи. Да, именно для этого мы тут целую стенку из подарков от Мэджика всю ночь для тебя собирали. Итак, в этом году у нас самое важное событие в жизни. Мы переедем в наш Magic House, и это самое главное сейчас для всей нашей волшебной семьи. Поэтому я попросила всех не тратить деньги и не дарить мне подарков. Мы были против. Да уж. Да. А я нет, у меня все равно нет денег на подарок. Но это было мое желание на день рождения, и все обещали его исполнить, даже Аня. Ведь наш дом будет самым крутым подарком. А копейка рубль бережет, и все силы нужно сосредоточить на Magic House. А Magic'и у нас самые лучшие, и у нас накопилось много посылок от них, и я решила, что там обязательно будут подарки и для меня. Тем более на нашем канале давно не было распаковок. Да, а мы сначала расстроились, а потом поняли, что Софи молодец. И она самая мудрая. И самая честная. Спасибо, хотя Аня все равно сделала мне сюрприз. И в честь дня рождения мы пошли в салон красоты для животных. Обязательно посмотри сегодня это видео на канале Magic Family, там такое. Да, я там даже озоновую ванну принимала и стриглась. Это было очень необычно, особенно сушильная пушка. Так что потом сходи и посмотри, ссылка будет вот там внизу, в описании. И поставь там лайк и напиши поздравление Софише, это будет наш с тобой секретик. А давайте пока Аня не пришла, скажем про очень смешное видео на ее канале. Про батю, ха-ха. Только тихо, не говори, что мы тебе рассказали, там так смешно. Да, ха-ха, ссылка там, только чтобы Аня не знала. Это да, ну что ж, ребят, а вам спасибо заранее за ваши теплые поздравления. И давайте начинать нашу, как всегда, смешную распаковку. Привет, ребят, ну что, вы готовы к денерожденческой мега-распаковке? Конечно! Да. Да! Ага! У нас впереди целый вечер в честь дня рождения Софи. И кроме нашего с вами подарка в виде похода в салон красоты, есть еще один сюрприз, но попозже. Да, гладь меня, ну что, погнали? Да, погнали, Ань, давай. Я уже даже выбрала первую коробку, вот эту. Это посылка от Кати из Сочи. Давайте скорее ее открывать. А Катя, спасибо заранее и приветик. Ну что там, давайте посмотрим. Тут какой-то большой пакет, а в нем на ощупь какой-то шар. Давай, доставай. Это? Энни Мэджик Волл. Может быть, она имела в виду наш Мэджик Болл, который ты передаешь в комментариях? Ну, наверное, как у меня в клипе на миллион, да? Да-да-да, прикольно. Передаю всем Мэджик Болл, ловите. Прикольный мяч. Так, а что еще там есть? Тут целая гора свитков. И это рисунки, как Катя вас представляет. Например, Миша единорог. А меня найди. А ты, Софиша, феникс. Круто, я умею возрождаться. А что еще? Такой же рисунок для каждого, 4 разных письма для вас. И вот такое вот стихотворение для меня. Все это мы позже прочитаем. И шоколадка. Для меня шоколадка? Софиш, похоже, это шоколадка для котиков. Тут нарисованы котята. Хотя, погоди, milk chocolate. Нет, к сожалению, ребята, это шоколад человеческий. Вам такое нельзя. А вот на этой большой красивой коробке написано «Город Баблы, Амадеева, ВМ». Смотрите, как она ее украсила. Прикольная! Открываем. А внутри много бумаги. Бумагу я люблю. Надеюсь, в ней будет подарочек тебе на день рождения, Софиша. А бумагу потом мне отдашь? Да, да, мадам, Кисалис. А можно я тут в коробке посижу? Нет, Кисалис, нам же нужно распаковать подарки. Давай, слазь. А бумажку, да, мы отдадим тебе. Ты такое любишь. Обожаю рвать картон. Будешь потом опять пранки снимать над ребятами про картонные сосиски? Может быть, а может быть. Ну что там? Так, тут очень много всего. Самый заметный это покемон. Это покемон для Юмичу, держи. Спасибо. Конечно же, собачьи вкусняшки для вас всех. Ань, мы сейчас их попробуем. Нет, Софиш, давай попозже, потому что тебя еще ждет сюрприз. Вот такой вот глазастенький, миленький. Желтенький миньончик. Прикольный. Смотри, там еще мячик. Да, сейчас посмотрим, потому что тут еще очень много всяких мелочей. Короче, тут очень много всяких рисунков. Ани и нас. Всякие записки и письма, которые мы будем читать теплым уютным вечерком. Игрушки, фотографии и всякие мелочи для творчества. И кое-что для киски Алиски. А кроме
кроме фоток, еще вот такая вот прикольная картинка YouTube бриллиантовая. Это, наверное, чтобы мы получили бриллиантовую кнопку. А, наверное, но для нее нужно 10 миллионов подписчиков. 10 миллионов. Ладно, мечтать все равно не вредно, а тут еще чокопай для меня. Красивый черный блокнот, розовое сердечко с зеркальцем. Мне кажется, это подарок для тебя, Софиш. Да, классный, спасибо, беру себе. Баночка консервов для... Для меня? Нет, это кошачьи консервы. Для меня. Полакомлюсь вечерком. Милый мячик для веселых игр. Ю-ху! Ловлю. Нет, мячик будет мой, сегодня мой день рождения. Положим пока сюда. Еще один мячик, только с колокольчиком, ловите. Ловлю. Он тоже с Софишей. Тогда коробка моя. А еще тут целых два спиннера, наверное, в мою коллекцию спиннеров. Вот этот прикольный. Фиолетовый с салатовым, цвета Миши и кисы Алисы. И синий-белый. Ух ты, какой прикольный вентилятор. Не вентилятор, а спиннер кис Алис, а еще лизун. А он нам пригодится для наших экспериментов с антистрессами, да? Да, для другого видео. А еще вот такой вот зонтик. Мыльные пузыри. Точно, зонтик с мыльными пузырями. А это в твою коллекцию, кис Алиса. Дай сюда. Дай. Да подожди ты, дай я покажу, что это. Нет, это мою коллекцию. Ой, кис Алиса. На. Короче, это медальончик Hello Kitty. Раньше их собирала Софи. Но теперь она отдала коллекцию мне и собираю их я. Хотите, чтобы я показала всю свою коллекцию? Голосуйте. Кстати, результаты нашего осеннего фотоконкурса мы повесили в инстаграме нашем. Подписывайтесь и смотри. А это подарок от Полины из города Комсомольск-на-Амуре. Амуре-муре. Вот. Я уже открыла, и тут огромный черный пакет. В коробке пусто. А что в пакете? А в пакете другие пакеты. Для питомцев, для тебя и еще один. А в этом маленьком пакетике всякие штуки для наших антистресс-экспериментов. И самодельный сквиш Нутелла. Прикольненький. А в желтом пакете точно есть подарок для Софи. Ты права, Миша, целый пакетик для Софиши. Для красавицы и модницы розовая бандана с украшениями. Мне нравится, прикольная. Вот такой вот колесико с шипами, чтобы грызть. И розовый мячик, твой любимый цвет. Кидай, кидай. Юху. Ура, я принесла. А я заняла пакет. В пакетике для самого брутального парня и Васика тоже банданка и мячик. Держи. Давай. В моем пакетике два мишки. А еще мячик и тоже колечко. Класс. И банданка. А у меня во какая взрывная бандана. А в твоем пакетике, Юмичу, почему-то была кошачья игрушка-рыбка. Радужная. Киски Алиски не отдам. Больно надо. И мячик. Лови. Мой, а можно мне? У тебя и так что-то совсем много подарков. Лучший подарок. Это пакет. У меня. А в твоем конверте для кисы Алисы лакомство, кошачий мармелад, вот такая вот самодельная игрушка-ленточка. С бантиком, не отпущу. Алис, ты опять запутаешься в пакете и будешь ныть. Не запутаюсь. Ладно, а еще тут вот такая игрушка-мышка. Киса, Алис, хочешь поменяться? Я тебе рыбку, а ты мне мышку. Нет, ушки. Ну, Алис. Нет, отстань, Мичу. А еще для вас тут были вкусняшки. А в моем пакетике очередная тетрадка в мою коллекцию с фламинго. Письма и рисунки для нас. А в Magic House для декора коллекция ракушек с моря Анапы. Прикольно звучат. Чехол для очков и целая гора сладостей. Ням-ням. Очень крутые подарки, спасибо. Так, какой бы подарок в следующем открыть? Сейчас посмотрим. Давайте откроем подарки от Насти и Вари из Южноуральска. Так, посмотрим, что тут у нас. Ой, тут много всего, я уже вижу лизуна. Это, наверное, письма. И рисунки, сейчас посмотрим. А вот это что такое в этой синей упаковочной обертке? Давайте откроем. Смотрите, тут вопросительный знак. Давай, ну открывай, так интересно, что же там под вопросительным знаком? Ой, какая милота! Это позитивный блокнот. Смайл, смотрите, два котика. И еще один очень красивый скетчбук или блокнот. Тут есть два рисунка и личное письмо. Давай вот эту желтую сумочку. Как скажешь, Софи, ты у нас сегодня именинница. Тут у нас лизун красный для наших экспериментов. Со звездочками. Еще один лизун в виде кристалла какого-то, что ли, смотрите. Классный. Цветной скотч. Там еще какая-то самодельная коробочка. Сейчас посмотрим, что в ней. А пока вот такая вот смешная пружинка. Ань, думаешь, они называются пружинки? Вроде бы да. Еще в желтом пакете желтый, кто это? Кажется, это лизун или сквиши. Написано, что это игрушка-мялка. Да, это что-то вроде сквиши. Очень прикольный на ощупь и ярко-желтый. Сохраним для экспериментов. А еще в желтом пакете, кажется, блокнот. Блокнот с котиками. Неправильно, это фотоальбом. И тут еще стикеры с пандами. А в коробке с фламинго-то самодельное что? А в коробочке с фламинго очень тоже много всего. Например, мячики. Мячики и всякие мелкие радости. Вроде пусто. Смотри, там камешек с твоим именем. Да, написано Энни. Че, реально камень? Ага. Фломастер или маркер. Ну-ка, дай понюхать. Да, точно, вкусненько. Указка с разными насадками для игр с кисой Алисой. И всякие прикольные штучки для хендмейда. Шарики Орбис, резиночки, стикеры, блокнотик. Аня, ты еще не все. Да, я не забыла. Тут еще один лизун. И какой-то сверток.
Сверток очень тяжелый, и на нем написано, что это вкусняшки. Интересно, это вкусняшки для нас? Похоже, ребята, это целая куча самого разного мармелада для меня. Так, а в этом зеленом свертке что у нас? Ань, давай для праздничного ощущения порви его, прям порви! А тут у нас подарочки для вас. Во-первых, вот такой вот шарик. Хоть он и розовый, я дарю его киске Алиске. Два лакомства для киски Алиски. Раз, два. Два для вас. Вот такой вот мячик. И одежка. Мне кажется, эта рубашка подходит Эйвон, он будет не стильный. Алиса, Софи подарила тебе игрушку. Круто, прикольная, будем играть. Спасибо. Я предлагаю открыть подарок Арине. Ткачинка из села Игрецкая. Хорошо, погнали, а то у нас еще очень много подарков. Какое красивое оформление коробочки, розовое, как я люблю. А еще корона и надпись Magic Family, прикольно. Ух ты, это что, открытая шоколадка? Ой, нет, это чехол для телефона в виде шоколадки. Чего только не придумают, да, ребят? Да уж. А это что за большая стеклянная баночка с желтой жидкостью? Очень тяжелая. А мне кажется, это не жидкость, а какой-нибудь мега крутой лизун. Так. Ой. Простите. Ну что там, открывай, давай. Ой, и правда. Ой. Извините еще раз. Это ярко-желтый слайм. Вы только посмотрите на него, какой он прикольный. Я бы даже не сказала, что это слайм. Все, сохраняем для наших экспериментов. Только, Ань, аккуратно засунь его в баночку. Ага. А теперь вот эту красную коробочку. А я к ней тянулась, Софи. С любовью написано. А внутри всякие разные игрушечки. Только ты уже в игрушки-то не играешь. Но некоторые из них нам могут пригодиться в видео. Типа этого бургера. Софиш, он несъедобный. А, да? Еще у нас тут очень красивый блокнотик для каракулей. Прикольно. Целых 4 няшных ручки. Расцветка прямо в моем стиле. А еще там мячик есть. Да, я вижу. Вот такой вот салатовый с черными звездочками. Так, дай-ка я его заберу. Там есть много маленьких мячиков, но такие я вам не даю. Вы их разгрызаете, и с вами может что-нибудь случиться. Ань, смотри, какая красота. Да, это, наверное, веночек с цветами на голову для меня. А что вот в тех двух коробочках? Металлические коробочки оставим на потом. Сначала досмотрим, что тут еще есть. Вот такой красивый кошелечек, Софиша. Я просто нашла там мячик. Вот этот маленький, который ты не разрешаешь грызть. Спиннер твоего любимого цвета. На фото мне 6 лет, сейчас мне 10. Приветик тебе. А еще куча всяких мелочей, которые можно для чего-нибудь использовать. А что же будет из этого подарка мне, Софи? Может, вот эти песочные часики с розовым песком? Они, кстати, стеклянные, очень прикольные, классные. А еще тут какая-то бутылочка с жидкостью, похожа на мини-лава-лампу. А что это за коробка там лежит? Кажется, тут всякие красивые бумажки. Как это называется? Скраббукинг? Короче, для хендмейда, как тот конвертик. Да, тут есть вот такой вот конвертик прикольный. И в нем... Что это такое? Написано, что это для меня. Письмо от Ариши, потом его прочитаем. И вот такой вот портрет, наверное, ее. Кстати, ребят, мы читаем все ваши письма потом по вечерам. Просто не можем читать их видео, иначе видео получится очень длинным. Да, а нам еще нужно успеть распаковать подарки и показать вам. Вот эти металлические коробочки, и у нас тут очень много всего опять. В одной из них вот такие красивые розовые часики, черные бусики и... Коала. А еще заколка-невидимка. Эйвен, ты знаешь такие слова? Вот такой вот цветочек. А во второй коробочке краски для школы Юмичу. И кисы Алисы, и другие мелочи. А я нашла себе подарок. Ой, улетел. Вот эту розовую шапочку? Да, хочу себе такую розовую шапочку, дай сюда. Вместо того, чтобы ее носить, я буду ею играть, как игрушкой. Предлагаю открыть последний подарок от Тоси из Саратова. Правда, у нас осталось еще очень много нераспакованных подарков, а еще целый автобус подарков со встречи в Питере. Но если хочешь еще мэджик распаковки, голосуй и ставь лайк. Подарок от Тоси был в пакете, а в пакете было письмо для нас, мы его прочитаем, и еще один пакет. А в этом пакете вот такой вот прикольный тубус. Что же это такое? Ань, там же написано набор цветных карандашей. Еще блокнот с фламинго в мою коллекцию. О, Юмичу, ты умеешь читать. Рисунок меня с питомцами. И вот такая вот голубо-розовая игрушка. Очень классная, спасибо. А теперь наша традиция, которую мы исполняем всю жизнь. Не могли же мы оставить Софишу в день рождения без этого? Аня, как всегда, сделала для тебя. Какие классные карандашики. Миш, традиционный торт для питомца своими руками, которые Аня делает на каждый день рождения для всех. Вот. Да, ребят, вы давайте пока отложите подарки, чтобы когда я занесла торт для Софиши, тут было чисто. Неужели, правда, вы серьезно, ты, Ань, не нарушила нашу традицию, блин? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая сестренка! С днем рождения тебя! Софиша, тебе сегодня исполняется 7 лет. Спасибо, что ты с нами. Всегда будь здоровой. И желаю тебе прожить еще очень много счастливых дней с нами всеми в нашем доме Magic House. Приятного аппетита, Софиша. Приятного аппетита. С днем рождения. Ребята, спасибо вам всем большое. И вам, Мэджики, за поздравления и подарки. Переходите по ссылкам внизу на новые ролики на других каналах. Особенно пойдите посмотрите наш поход в Саву.
салон красоты для животных. И Анина смешное видео со смешилкиными. Посмотрите.